Красковская школа номер 55 отметила юбилей. Со дня основания общеобразовательного учреждения прошло 65 лет. Коллектив и учащиеся принимали поздравления от коллег, представителей администрации и депутатского корпуса. На празднике побывали и мы. 6000 выпускников и около 400 медалистов. Таковы результаты 65-летней работы Красковской школы номер 55. Большой юбилей – повод собрать в одном зале всех, кто участвовал в ее жизни. Ольга Корякова проработала учителем иностранных языков 47 лет. 55-я школа была единственным местом ее работы. Работала и учителем, классным руководителем. 3 выпуска у меня, моих детей. Работала организатором по внеклассной работе, вела профсоюзную работу. Я ушла в 2005 году, когда мне исполнилось 70 лет, а сейчас мне 88. Слова благодарности звучали в адрес ветеранов и нынешних сотрудников. Из 43 педагогов 25 – выпускники этой школы. Я хочу пожелать вам всего самого хорошего. Самое главное – это сохранить школьную семью, процветание школе, самых преданных учеников и, соответственно, конечно же, держать планку вашей школы, так как есть у вас название, на 2 пятерки. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю. У вас замечательная школа, замечательные люди, замечательные учащиеся. И я могу вам сказать, что сегодня у вас только все начинается, уже самое светлое еще впереди. Учителя и сотрудники школы получили ряд благодарственных писем и почетных грамот от главы городского округа Люберцы и Совета депутатов. 3 педагогам вручили почетный знак за доблестный труд. Праздник сопровождался выступлениями юных артистов, которые порадовали гостей музыкальными и танцевальными номерами. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.